Good morning. It's so good to be with you this morning. I bring you greetings from Tyre, your sister church. And I want to be thankful and grateful for all your prayers and support.

The church is rising and giving hope to people who are depressed and in despair. And we can only do this with your prayers and your support. As I am going around and sharing the word. Тогда, когда я прохожу uh, и делюсь Евангелием и о том, что Бог делает в Тире, I'm asking for one thing, я прошу об одном, that you support us, чтобы вы uh, нас обеспечивали and pray for us. и молились за нас. Why? Почему? We need to hold the fort. Нам нужно держать защиту, keep the light shining.

из-за того, как Иран и Хезболла вцепились в власть, у нас есть много ограничений, банки обанкротились, нету еды, no нету медицины, люди начинают голодовать.

Мы будем читать с 21 главы, с 10 стиха по 19. Иисус говорит. Тогда сказал им, восстанет народ на народ и царство на царство. Будет большие землетрясения по местам и глады, и моры. И моры. И ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде всего этого возложат на вас руки. И будут вас гнать. Предавать вас в синагоги и в тюрьме. И приведут вас пред царей и правителей за имя мое. This will be your opportunity to bear witness. будет же это вам для свидетельства Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее что отвечать How to answer что отвечать For I will give you a mouth and wisdom, ибо я дам вам уста и премудрость которые не не могут против, противоречить не не

Нету веры, no glory. нету славы. We have to have faith. Нам надо иметь веру. In times like these times, в такие времена как сегодня we have to have faith. мы нуждаемся в вере And not be surprised. и мы не должны удивляться. Amen. Аминь. Этим утром я хотел бы взглянуть на пару вещей, которые я хотел бы показать в в стихах, которые мы сейчас прочитали. That will help you Они помогут нам face uh, встать против the times we are времен, в которых мы живем. Мы видим, как здесь говорится, что народы встанут против народов и царей против царей. Are you Вы удивляетесь этому?

многие из нас живут здесь и с таким предположением что мы в раю we think we are on a cruise мы думаем что мы в на круизе we want to have a good time. мы хотим чтобы у нас хорошо проходило время Live comfortably. жить комфортно enjoy life наслаждаться жизнью But that's not what Jesus said. но это не то что иисус сказал He says going to be он сказал будут проблемы с горбит of будет тяжело going to be будут моры Were you by 19 вы удивляетесь COVID-19? Все боялись, а что произойдет? No. Jesus said, there will be нет, Иисус сказал, будут моры, будут язвы. Удивляюсь ли я тому, что сегодня есть моры в Ливане? В Йемене? нет. Я понимаю, что это конец. Иисус сказал, что этому надлежит быть. Что вы будете делать? В книге Даниила, в 11 главе, в стихе 32-33, говоря о дьяволе, говорит, что он соблазнит с лестницей тех, кто нарушит завет, но людей, которые знают своего Бога. Shall stand firm. Он говорит: поступающий нечестиво против завета, Он привлечет к себе лестью. Но люди чтут своего Бога, усиляются и будут действовать, которые знают своего Бога. В этом и решение. Когда мы понимаем время, в котором мы живем, мы должны понимать Бога. Не доктора Ваучи.

Только так мы можем пройти. That's how we can rise to the challenge. Только так мы можем стать против затруднений. Именно В такое время мы нуждаемся в вере. And the end. И мы должны понимать, что конец грядет. And not be И не должны удивляться этому. Second thing. Второе, что я хотел бы отметить, recapturing the endeavor. Uh, not only realizing the end, we have to recapture the endeavor.

Это хорошее время. Почему? Because you can bear testimony for Потому что мы можем свидетельствовать об Иисусе Христе. You Вы можете показать, что вы не боитесь. you trust И что вы верите в Бога. You don't trust medicine and doctor Вы не верите в медицину, в докторов, в, в если Богу нужно взять вас домой, Он заберет вас. Ничто не остановит Его. Если ваше время еще не пришло, с Вами ничто не произойдет. Я уже стараюсь умереть за Христа последние 30 лет. Я стоял против Хезболла, я стоял против злых людей, я ходил

Они хотят слышать истину. И мы теперь можем любить их. We can feed them. Мы можем кормить их. We can heal them. Мы можем помочь им. We can put them in school. Мы можем uh, в школу их. Потому uh, что потому что они страдают This is great time. это хорошее время When there is covid 19 тогда когда COVID проходит This is great time. это хорошее время When you can to когда вы можете служить людям Who are которые боятся о не приходите ко мне домой наденьте маску сделайте себе прививку нет мы живем сильно We have faith. у нас есть вера We in God. мы верим в бога мы верим, что он все держит в руке своей. the world. Он движет миром. love it or charge? Мне нравится, как здесь, когда проходили выборы, все переживали, кто будет Трамп или Байден президентом, кто будет. You know who's in charge? Знаете, кто во главе? The big boss. Босс наверху. Он во главе. the world. Он движет миром. He Biden. Он допустил Байдена. Он это сделал. Biden, Если бы он не хотел, чтобы Байден был президентом, он бы не стал им. И у него есть мудрость. Я верю ему. Но я никому остальным не верю. Ни American government. Не Трампу, не Байдену, не государству американскому. Я только верю Богу. because he knows what he's doing Потому All these other guys They make a mess просто ничего получается and God has to clean up all the time We need to take the opportunity And now maybe war between Russia, Ukraine, Lebanon, Syria, Yemen, Iraq И может быть даже когда начнутся война между россией украиной или вас great opportunity for you to serve это для нас очень хорошая возможность чтобы служить to give. чтобы отдавать to help чтобы помогать to pray. чтобы молиться Don't be не бойтесь Don't be не переживайте Don't be и не заботьтесь God is in господь во главе He knows what he's doing. он знает что он делает you just take an opportunity вы только возьмите эти возможности

У вас не было бы работы. И ваша работа это любить людей. Мы здесь, а чтобы любить. Чтобы иметь глаза Иисуса. Чтобы смотреть вокруг. Видеть, кто нуждается в еде. Накормить их. Заметить, кто болеет. И помочь им выздороветь. Заметить, кто в депрессии. И помочь им. Видите, это не работа государства заботиться о них. No. Нет. It's the church. Это церковь, работа, церковь. We should take care of people Мы должны заботиться о людях. Мы должны заботиться о бездомных, мы должны заботиться о гомосексуалистах, мы должны заботиться о тем, кто нуждается. Мы церковь. But we live in our comfort zone. Но мы живем в своей в зоне комфорта. We no time. У нас нет времени. We lost the art of love. Мы потеряли эту возможность любить. Мы не знаем, как любить. busy. Мы очень заняты. work. Мы должны работать. house, five five cars, six phones, blah 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 Построить большие <правда> дома, купить пять машин, шесть <правда> телефонов, бла-бла-бла-бла-бла. Мы вешаем сами себя. Чтобы не быть возможными сделать вещи. Павел сказал Тимофею. Не окутывай себя переживаниями мира этого. Мы здесь пилгримы.

в городе. What happened? Что случилось? to the city? Что случилось с городом? Был разрушен. God wants you to be pilgrim here. Господь хочет, чтобы были пилигримами тут. Not settler. Они те, которые живут в этом городе. Always on the go. Должны быть пилигримы, которые постоянно готовы двигаться. Preaching the gospel. Проповедовать Евангелие. Loving people. Любить людей. The Bible says that Jesus went around the cities and the villages, loving people. Библия говорит, что Иисус проходил города и uh, uh, по местности и любил людей. И делился Евангелием. Это недостаточно просто на словах сказать, что Иисус любит тебя. Люди безразличный разговор. Покажи мне. Я хочу увидеть, как Иисус любит меня. I'm hungry. Я хочу кушать. Feed me. Накорми меня. I'm sick. Я болею. Heal me. Помоги мне. That's true love. Вот это и есть настоящая любовь. John 3:16. Иоанн 3:16. It says, for God so loved the world that He told them so. Написано, что Бог возлюбил мир так, что Он сказал им. Is that what it Так ли написано? He told them? Сказал ли Он им? God loved the world and He told them? Бог возлюбил мир так и Он сказал им. No. Нет. Ибо Бог так возлюбил мир, что Он отдал. Он отдал. Вы доказываете свою любовь в ваших действиях. Как мы говорим в Америке, разговор он right? бессмыслен. Talk бесценен. Is very cheap. Разговор он очень бесценен. We need to do. Мы должны делать, действовать. Мы должны взять наши uh, возможности. Says, Иисус говорит: bad, если дела пойдут плохо, good time это хорошее время, чтобы uh, провозглашать Евангелие. И мы должны взять эту возможность. Glory. Вот так Господь получает славу. И иметь веру. Не о не, не беспокойтесь о ваших карманах, Or what you have. или что вы имеете. Trust God. Верьте в Бога. Trust God. Верьте в Бога. He will он предоставит. He will take care of он позаботится о всем. He owns он, он владеет всем. He has он имеет все. Он не

Пока он не достал доску и не врезал мне. Then I understand тогда я понял. That he owns тогда он владеет, что он владеет всем. What he wants from me is to obey. Что он хочет от меня, это чтобы я слушался его. And he will do the rest. И он сделает остальное. And you obey. вы должны подчиняться. Если Бог скажет вам идите в мир, вы идите. Don't worry. Не беспокойтесь.

Богаче, чем Билл Гейтс или Илон Маск, богаче, чем кто угодно. And when he wants, И что он хочет? He он предоставляет. I can tell you stories Я могу вам рассказать много историй. About о Тире. 13, years 13 лет. Тринадцать лет веры. Everything that you will see later, все, что вы увидите, то, что мы имеем как служение, by faith. это все верою. Trust God.

Получить обретение выносливости says написано вашей uh, выносливостью вы спасете жизни This is a good time to это хорошее время чтобы практиковать выносливость When life is tough, когда жизнь тяжела be будьте uh, в ожидании Wait on the Lord. ждите господа you know? Psalms, book of Psalms, Вы помните в книге Салмов, Many times says, wait. Много написано. Ждите. Wait, ждите wait, when God will do something. Ждите, чтобы Бог сделал действие. Entire today. В Тире сегодня. Очень тяжело. But we have to be patient. Но мы должны иметь uh, Ожидание. Мы должны ждать. Уметь ждать. Then we will win. И тогда мы победим. And you have to be patient. И вы должны быть с uh, with us. Вы должны ожидать и As uh, you have to pray more, support more. должны быть терпеливы в молитве, терпеливы в обеспечении. We run away. Мы не можем убежать. We Мы не можем уйти. We have to stay. Мы должны оставаться. All the times when there are problems, run away. Всегда, когда происходят проблемы, христиане обычно убегают. In the world. Особенно в мусульманском мире. No more! Не, Нет этому больше. We stay. мы остаемся. We fight, мы будем драться. With love. с любовью. And you pray. и вы молитесь. And you и вы заботитесь о нас. We're not run away. мы не будем убегать. Even if we're die. даже если нам это будет стоить жизни. We're not run away. мы не убежим. We all have to support Мы все должны встать за работу Бога и остаться. И не дать дьяволу место. Чтобы он разрушил вещи. And и разрушил народы. Потому что из-за того, что мы боимся. Мы хотим жить комфортно. Это нехорошо. Мы должны мы должны терпеть. In и в заключении, я хотел бы сказать если вы можете открыть ваши библии Евреям, 10 глава says он говорит еще немного времени и он придет и он не замедлит но мои праведныемай one мои праведные

если вы будете жить вашу жизнь без веры, Господь вам не благоволит. Если вы просто вцепитесь, Он не поможет вам. You have to be like this. Вы должны отпустить. Trust God. Верьте в Бога. Если вы отойдете. Если не будет вас в вере, вы не сможете угодить Богу. Не только поэтому. Мы продолжаем. Но мы не одни из тех, которые отступают и которых разрушают. Когда у вас нет веры, вы будете разрушены. Вы будете разрушены. Вы, будете, вы понесете урон. You need faith. Вам нужна вера. Faith in God. Вера в Бога. He is Он все. He be Он должен быть центром. Everything him. Все должно быть вокруг Него. No God, Если нет Бога, no нет жизни. And life with God И жизнь с Богом is faith. это вера. I love young people. Я люблю молодых людей. Sometimes they want to be smart. Иногда они хотят быть умными. You know, evolution, monkey, donkey, uh, big bang, boom, boom. Mm -hmm. Вы знаете эти теории эволюции об обезьянах. Uh, And I have to understand. и молодые думают, что я должен это you все know, понять. You read few books, you go to university, you Попрочитав пару книг, сходя в университет, чувствуют себя умными. You и думают, что они все поняли.

We think we can know God. We only can know what God reveals of Himself. And there are many things that are a mystery. Deuteronomy 29:29. 29, 29. Sure. Deuteronomy 29:29. 29, 29. Yes, the secret things belong unto the Lord, um, and the revealed things belong to us to our children. законе 2929 сокрытое принадлежит господу а открытое нам и сынам нашим до века мы должны учить наших детей smart не чтобы они не думали что они такие умные limits есть ограждение limits и мы должны знать наши границы и не пересекать их only и только приходить богу верою с сделали это только таким путем. Я не понимаю Бога. Я верю в Бога. Вот так я живу для Бога. Его пути, не мои пути. Его мысли, не мои мысли. Кто я? Как Давид сказал. Кто я? That Что ты заботишься о нем. Он червь. В земле. Вера. Никогда не думайте, что вы можете прийти к Богу своим разумом. have И многих у нас вообще даже нет разума. Придите верою. Верьте. Верьте в Бога и знайте, что Бог есть. В это и заключение. Вот так вот можно противостоять войне. COVID-19. COVID uh, Шторм, который произошел в Кентукки. Faith. Верою. God will take care of you. Господь позаботится о вас. He will you. Он вас. Uh, He Он вас излечит. He will protect you. Он защитит вас. Он for вас. Он предоставит вам все. It's about God. Это все должно быть о, о Боге. It's not about us. Но не о нас. No faith, если нет веры, no glory. нету славы. Abraham, we were reading, right? Мы читали об Авра Аврааме. Наша сестра читала об Аврааме. Что сделало Авраамом великим? Faith. Вера. Not his money. Не его деньги. Not his brains. не его разум, faith. вера. И мы должны иметь веру, so us чтобы Бог мог использовать нас in such times. в такие времена, как сейчас. Посмотрите на Него. of yourself. Не думайте о себе, но вознесите ваши глаза на Иисуса, и вы можете против всего anything. противостоять всему. impossible. Нет ничего невозможного, когда это когда мы говорим о Боге, он делает невозможное. You've never Вещи, о которых вы даже не мечтали. Turns and and он переворачивает формулы и ученых и все. You know и знаете почему? Потому что он создатель. Он создал все. Это все его. И он хочет быть вашим отцом, your вашим другом. He wants to love on you. Он хочет вас любить. Он хочет о вас позаботиться. Он хочет, чтобы вы были партнером с ним. Вам только нужна вера. Вам больше ничего не нужно. Только вера. Придите, какие вы есть. Believe. Верьте. И вы будете в порядке. Road Любая другая дорога gets приведет вас никуда. Вы просто тратите свое время. Losing. 6 теряете драгоценное время God help us. да поможет нам бог to have faith. иметь веру so we can have glory. чтобы мы могли иметь славу Amen. аминь Let's pray. давайте помолимся